Привет, мальчишки и девчонки! Пусть гендеры стоят в сторонке, а мы же с вами прямо сейчас раскроем тайну в сотый раз. Не буду зазнаваться, братцы, сейчас я буду объясняться. Точнее, буду объяснять, как стал я ролик называть. Так как я нахожусь под жестким колпаком, мое творчество тщательно и пристально изучается соответствующими службами. Ну и по причине того, что я мужик с этими, как его, забыл, как называется. За каждое свое слово и свои каракули я готов отвечать. И поэтому объясняю популярно. Действительно, в названии ролика есть такое слово, как секрет, как угольных, как транзисторов. И на картинке действительно изображен значок транзистора. Не я его придумал. Между прочим, значок именно в кружочке. И кусок угля. Ну, рисую как умею, поэтому взял и подписал, что это кусок угля. Уголь, транзистор и секрет. Давайте начнем с секрета. Не секрет, что то, что под этим колпаком, для многих секрет. Но мы с вами не в детские загадки играем. То, что находится под этим колпачком, стабилизирует ток для вот этих светодиодов при достаточно большом диапазоне напряжений. При этом ни один из этих светодиодов не перегорает, если я подключаю их как по одному, так и все вместе. И горят они одинаково, и ток стабилизирован. То есть тут под колпаком некий стабилизатор. И я вполне мог сказать, что здесь скрыта какая-то тайна. Ведь то, что находится под этим колпачком, для многих так и остается тайной. А так как я ранее показал этот опыт и продемонстрировал свойства того, что находится под этим колпаком, для многих из вас и для многих, кто смотрит меня впервые, это остается пока что загадкой. Так что если бы я написал в заглавии «Тайна угольных транзисторов СССР» или даже «Загадка», то я бы нисколько не слукавил. Ведь название этого ролика говорит нам о том, что мы сегодня будем разгадывать секрет угольных транзисторов. Ах да, тем самым я выдаю тайну, что находится здесь. Там действительно находится транзистор. Про уголь мы поговорим немножко позже. А пока давайте проведем эксперимент со зрителем. Скажите мне, мои уважаемые зрители, а многие ли из вас знают, что это такое? Тем более, что смотрит меня очень большое количество радиоэлектронщиков. Вот эти бочоночки, вот такие зеленые. Для многих это действительно, ну, тайна, загадка, потому что в даташитах или где-нибудь в схемах такой элемент найти практически невозможно. Но это, тут никаких загадок нет, я прямо сейчас ее раскрою. Это резистор, причем прецизионный, по-моему, так их правильно называть. Резистор, обладающий достаточно большой индуктивностью, но применявшийся именно в военной технике. Очень высокоточный резистор. Видите, как быстро я все рассказал, а ведь мог бы целый ролик записать. А ведь можно было написать «Секрет зеленого резистора», «Тайна», «Загадка зеленого резистора». Но я эту загадку вам уже выдал, и мы ее разгадали. А теперь приступим к вот этой загадке. И прямо сейчас мы решим загадку про колпачок и будем открывать секрет угольного транзистора. Вот загадка, что было под колпачком. Под колпачком был транзистор P210 военной приемки, германиевый, мощный. С помощью всего одного этого транзистора я сделал то, что делается обычно с помощью вот таких вот популярных микросхем линейных стабилизаторов тока. Их у меня целый набор, я их тут расписал, но я не делал с этим транзистором ничего, никакого обвеса. А ведь даже элементарный линейный стабилизатор, там, ну, есть целая кучка и обвеса, ну, вы знаете эти кренки, по-моему, LM. Сейчас мы вместе с вами проведем тот самый эксперимент, который вскрывает секретные, скрытые функции вот этого самого транзистора, о которых нет сведений ни в интернете, ни в книгах, ни в технических описаниях. Я буду использовать этот транзистор как стабилизатор тока. Проводить эксперимент будем ровно так, как посоветовали мне в комментариях мои зрители, чтобы было все воочию можно было убедиться. Ведь задавали такой вопрос, а почему нельзя было взять для этих светодиодов просто высокое напряжение и через высокоумный резистор запитывать их? Да, так можно было сделать, но мы убедимся в том, что транзистор в этом случае играет гораздо лучшую роль, чем парочка вот таких вот стандартных современных сопротивлений. Это два сопротивления примерно по 6 кОм, то есть общая сумма тут 12 кОм, чтобы не перегорали эти светодиоды. Светодиоды типичные, типовые, ну, яркие такие, хорошие, экономичные. И мы будем стабилизировать ток, а точнее ограничивать ток сперва с помощью резистора и наблюдать, какой ток будет при этом проходить через светодиоды. А потом будем использовать в качестве стабилизатора тока вот этот вот транзистор P210. Да, чуть не забыл. У меня в названии должно быть, по идее, написано слово «СССР». И это слово тоже объясняю. Эти транзисторы производились в годы Советского Союза. Да, поэтому СССР. Давайте поясню, что мы сейчас будем делать. Я буду использовать две батарейки Крона.
да, вот такие вот батареечки, для того, чтобы запитывать всю вот эту линейку светодиодов, а ток я буду ограничивать с помощью вот этих двух резисторов. Смотреть ток мы будем по шкале вот этого прибора, стоит он вертикально, потому что так удобнее на него смотреть. Но даже в горизонтальном виде вы бы поняли, о чем идет речь. Батареечки я соединяю вместе последовательно вот таким вот образом и подключаю через амперметр к светодиодам. Напряжение, которое подается с двух батареек крона, мы можем видеть на приборе. Ну, эти батареечки для антуража, вот реально работающие батарейки. И это напряжение почти 17 вольт. То есть тут все понятно. Так как эксперимент очень простой и легко воспроизводится, показывать, куда идут все провода, я не буду. То есть в кадр их размещать – это лишняя суета. Мы зато будем видеть хорошо и отчетливо стрелочку. Итак, сейчас через два резистора я подаю 16 вольт на всю эту цепочку светодиодов. И мы можем наблюдать, какой ток проходит через всю эту систему. Вот у нас стрелочка здесь, вся шкала прибора 1 мА, я думаю, это хорошо видно. И сейчас мы будем потихоньку уменьшать количество светодиодов. Мы видим, стрелочка стала еще правее. Уменьшаем количество светодиодов, ток нарастает. Светодиоды горят, не перегорают, ток нарастает, мы перевалили за середину. Вот очень ярко светятся три светодиода, это говорит о том, что ток действительно через них возрос уже довольно сильно. Вот стрелочка где находится. Идем сюда, и у нас уже практически вся шкала, стрелочка ушла в край. Можно нажать и сюда только на один синий светодиод, но стрелка зашкалит. Вот стрелка ушла за шкалу, то есть всю шкалу прибора мы пробежали. У нас постепенно, по мере уменьшения количества диодов в цепи с двумя этими резисторами, ток очень сильно увеличивался. Это нормально, это закон Ома, и он выполняется. Линейный стабилизатор тока как раз и служит для того, чтобы не происходило такой ситуации. Когда мы уменьшаем количество звеньев в цепи, ток будет слишком сильно нарастать. Или же когда увеличивается питающее напряжение, ток тоже может возрасти настолько, что спалит наши светодиодики или какую-нибудь нашу хитрую и умную схему на вроде вот такой вот елочной гирлянды. Вот чтобы этого избежать, ставится линейный стабилизатор тока. И я держу именно транзистор в руке, а не какую-нибудь микросхему. И этот транзистор не имеет у себя внутри ничего, кроме германиевого ПН-перехода. Ведь есть трехногие линейные стабилизаторы, которые выглядят как транзисторы или могут быть упрятаны в такой корпус, но они сделаны совсем по-другому, внутри них есть целая схема, а здесь буквально ничего. И мы будем использовать всего два вывода этого транзистора, чтобы стабилизировать ток для этих светодиодов, и посмотрим, получится ли это у меня. Вы видели, слышали или читали когда-нибудь о том, чтобы просто P210 или германиевый транзистор без всякого обвеса использовался для стабилизации тока в малотоковых цепях? Если нет, то значит я имею право претендовать на открытие. О боже, это конечно многим не нравится, но похоже я могу воскликнуть: «Эврика! Нашел, придумал, сочинил, и эта схема моя. Тут надо поставить срочно мою подпись, сейчас поставлю». Ну да ладно, шутки в сторону, давайте стабилизировать. Ах, да, смотрите. Вот я взял и отключил эти два резистора. И от батареечек, давайте все-таки покажу, от батареечек через прибор, ток идет через транзистор на эти светодиоды. И если вы помните, с двумя резисторами, когда я подключал эту гирлянду, ток у нас был, ну, стрелочка прибора находилась вот здесь, и ток был очень маленький. Сейчас я подключаю эту гирлянду через транзистор. И стрелочка у нас находится, ну, не посередине, но рядом с серединой. Все светодиоды горят ярко, хорошо и красиво. И мы можем видеть ток, текущий через них. Но это вся гирлянда. А давайте теперь прогуляемся, так как я делал в прошлом ролике, и посмотрим. Я уменьшаю количество светодиодов. И мы наблюдаем, как изменяется ток. Да, он потихоньку нарастает. И такое явление есть в любом линейном стабилизаторе тока. То есть идеально они стабилизировать не могут, то есть с ростом напряжения постепенно все-таки возрастает и ток. И вот я дошел до синего светодиода, который вполне себе хорошо и ярко горит. Ток 0,5 мА, при этом, если вы помните, когда мы использовали резисторы, у нас ток зашкалил через всю шкалу. Знали ли вы о таком свойстве германиевого транзистора раньше? Если нет, то значит это был секрет, тайна и загадка, которую мы сегодня раскрыли, разгадали и что там, приоткрыли завесу. Так как мы с вами люди серьезные, занимаемся на кухне очень сложными и научно-техническими экспериментами, то надо найти какое-нибудь
практическое применение этому открытию на вот этом вот замечательном транзисторе. И вот одно из этих применений. Я подключил ножик к электроду, но я не собираюсь кого-то резать там электрическим ножом. Мы сейчас будем с помощью вольтметра измерять падение напряжения на светодиодах. Вполне практическое применение, потому что нам же знать надо, какое напряжение надо подавать на любой из этих светодиодов. Ведь, как правило, к таким светодиодам документов не идет, и приходится пользоваться, ну, такой недостоверной информацией из интернета. Ну что ж, давайте смотрим. Общее напряжение, которое я подаю на светодиоды через стабилизатор тока, 16,86. А теперь сколько потребляет вся эта цепочка, то есть какое падение напряжения на всех этих светодиодах? 15,4 вольта. По-моему, хорошо видно. Уменьшаем. Меньше. Ну и так далее. То есть вот 4 светодиода, чтобы их питать, нам надо делать источник питания напряжением 8,8. То есть 4 светодиода будут хорошо светиться, если мы будем использовать банальную батареечку крона. Хорошо. Ну а как проверить, на какое напряжение подавать на синий светодиод? Давайте. Оказывается, синие светодиоды могут гореть при напряжении 2,54 вольта. О, я даже этого не знал. А от какого, к примеру, напряжения будет светиться красный светодиод? И мы же знаем, что все светодиоды разные, некоторые из них светятся от 1,5-вольтовой батарейки, я имею в виду красные. Вот красный светодиод светится при напряжении 1,78 вольта. То есть, если есть у вас перезаряженная батарейка, то она может засветить красный светодиод без всяких джоуль-воров. О, а беленький светодиод от какого напряжения светится? Как думаете? Я раньше считал, что это напряжение должно быть больше 3 вольт. А оказывается, 2,62 вольта. И при этом я не боюсь спалить эти светодиоды, потому что ток, мы хорошо видим, ток это 0,5 миллиампера. Ну, обратного напряжения тут нет. Так, а желтый светодиод, ну-ка, чем он отличается и на какое напряжение он рассчитан? Так, смотрим. Желтый светодиод, о, 1,87. Желтый светодиод максимально приближен по напряжению к светодиоду красному. Да, это, в принципе, все знали. Так, и остался у меня мой любимый зелененький светодиодик. Зеленым светит, хорошо и красиво. На какое же напряжение он рассчитан? Напряжение зеленого светодиода 2,3 вольта. То есть он близок к белому и к синему. Ну, по напряжению, конечно, не по цвету. Я прекрасно понимаю, что кто-то скажет, что ток в пределах 1 миллиампера как-то маловато будет. Но практическое применение мы видели, и оно вполне такое уместное, резонное и нужное. Вот. Но тут, вот как бы мне не хотелось скрыть еще одну тайну этого транзистора, но ее я вам все-таки выдам. Я надеюсь, что светодиоды выдержат ток до 5 мА. И сейчас я, ничего не делая с этим транзистором, возьму и сделаю из него стабилизатор тока в диапазоне 5 мА. Там, конечно, ну, с процентной погрешностью. Все-таки это не настоящий стабилизатор, но вполне годный и сравнимый с ЛМ-ками там или кренками. Я переподключил транзистор вот таким вот образом и перенастроил шкалу прибора. То есть сейчас у меня вся шкала прибора 5 мА. И мы сделаем тот же опыт, хотя его можно было делать на резисторах или на чем угодно. То есть вот сейчас у нас примерно 2 мА. Чуть больше 2 мА. Чуть больше 2 мА. Ну и давайте сразу в край прыгнем. 2,5 мА и на одном светодиоде 2,5 мА. То есть 2 мА, 2,5 мА, когда мы пробежали всю эту линейку. Стабилизация есть в пределах 5 мА, что очень удобно для создания своих собственных более мощных стабилизаторов, рассчитанных на больший ток. Хотя вот 5 мА, скажу я вам, они вполне пригодны для использования макетов стабилизаторов, ну или изделий стабилизаторов, для ваших схем, которые вы будете включать куда-либо на транзисторах, на большинстве транзисторов. То есть стабилизация очень хорошая и не только на напряжении до 16 вольт. До 35 вольт этот транзистор хорошо удерживает эти токи и ему ничего не делается. То есть он их стабилизирует. Из-за большого радиатора, меня говорят, вот почему я на радиатор-то не ставлю, до 5 ватт этот транзистор может прекрасно рассеивать мощность без всяких радиаторов. Он массивный, медный, то есть дополнительного охлаждения ему не требуется. Ну а с током там в 5 мА это и вообще как бы очень хорошо. Ой, чую, что кто-то ручки потирает шаловливые, ведь про уголь-то я еще ничего не рассказал. Транзисторы и уголь. Но какая здесь может быть связь? Ведь все прекрасно знают, что полупроводниковые кристаллы транзисторов делаются либо из кремния, либо из германия. Да-да, либо из германия. Мои любимые транзисторы, один из которых я держу в руках, изготавливаются именно из германия. А вот откуда берется германий, вот тут я вам расскажу маленькую-маленькую сказочку и рассказочку.
Я родился и рос в Приморье, в Михайловском районе. Да, я деревенщина. Места у нас очень красивые, богатые. Есть золотишко, зверье экзотическое и, конечно же, уголек. Под деревней Киевка река периодически выносит то антрацит, то бурый уголечек. Размывает где-то по ходу своего течения и несет, а люди собирают. Есть уголечек и на островах дальних. Но что это я вам все про уголь-то толдычу? Да про уголек-то знали еще даже наши малые народности. И знали, где земля горит. В том самом Михайловском районе, где я родился, позднее при советской власти уголек добывать стали. И хотя тут уголек качеством своим не отличался, но был особенным. Как раз в этих углях было очень много той самой золы, из которой и добывали тот самый германий. Вот вы можете его видеть прямо в срезанном транзисторе. Этакая таблеточка, которая зажата между электродами. Транзисторы в моей деревне, конечно, не делали, но тот самый уголек как раз и шел на производство этого нужного металла – германия. А применяется германия не только в транзисторах, но это уже совсем другая история. На этом все, пока. С вами был Дима с Дальнего Востока, с города Владивостока.